Друзья, помните ролик с авокадо? Так вот он у нас дался в рост, еще сильнее, еще шире. Набирает силушку. Такое ощущение, что скоро мы будем собирать урожай. Вот. Такой вот он у нас. Думаю, к осени будем собирать урожай. Вот, скоро мы его посадим в сырую землю. Шутка, конечно. Не знаю, как дальше пойдет. Вот такой вот красивый. Я сам не ожидал, что так получится. Ну, в принципе, надо верить в чудеса. Вот такие вот у нас цветочки здесь супруг сажает. Дерево. Дерево жизни, что ли? Или дерево счастья? Дерево жизни. Ну, дерево жизни нам интересно. А вот авокадо, вообще у меня на него большие планы. Буду его выращивать и продавать. Вот так вот. Так что забирайтесь. Так что, друзья, подписываемся и бронируем места, в общем. Вот так. Ну, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал. Я поделился с вами.